Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Димка и Пелемешка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва автоугонщиков». Здорово, ребята. Всем привет, ребят. Итак, друзья, сегодня мы прибыли с ребятами записывать для вас новенькую серию по шоу «Битва автоугонщиков» GTA 5. И сегодня мы прибыли в Сэнди Шорс, да, очень классное место, где сегодня мы и поиграем в «Битву автоугонщиков» GTA 5. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Именно здесь мы записываем и выпускаем кучу прикольных роликов для вас по разным классным шоу. Готовимся к нашим поискам, погнали, сделаем по 8 тачек друг для друга. Итак, друзья, прямо сейчас я создам 8 рандомных тачек, которые и спрячу для ребят буквально скоро. Поехали. Первая — это Porsche, такая вот тачка. Вторая — это вроде бы какая-то Ferrari, что ли. Потом это Камара, вроде такой вот старенький маслкар какой-то, тоже не знаю. А Ниссанчик, М5 F90, Альфа Ромео и X4, друзья. Окей, тачки мы получили, давайте мы их спрячем. Первую тачку я поставлю вот в этом, это у нас по идее какой-то ресторанчик, да, и это у нас Porsche. Давайте мы даже запаркуем его максимально вплотную к стенке, то есть как-то вот так вот, окей. Вторая тачка — это Альфа Ромео, я поставлю внутри этого заброшенного автобуса. И даже сейчас я кое-что еще сделаю, ребята. Прямо сейчас я заделаю его заборчиками изнутри, точняк, чтобы стопудово его никто не нашел. Так вот мы ставим раз, и здесь тоже мы ставим два. Вот так вот, ну... В принципе, я думаю, что пойдет. Ну, давайте даже здесь мы поставим еще какой-нибудь маленький заборчик. Например, вот так вот раз. И еще вот так вот мы поставим два. Окей, тачку мы запрятали, идем дальше. BMW X4 я, наверное, поставлю вот здесь, в этом отеле. М5 я перекрасил, и ох, она громкая. Это что-то интересненькая такая тачка, однако. Я часто ставлю здесь тачки, их не находят. А давайте мы сделаем небольшой такой троллинг и поставлю где-нибудь я ее рядом, около этого места. А, например, как-нибудь вот так. Давайте мы ее пока зафризим и запихнем вот так вот, ребята, в кусты. Вот, то есть ее, в принципе, отсюда чуть-чуть буквально видно, и отсюда видно тоже буквально чуть-чуть. Отлично. 370Z я поставлю, ребята, максимально неочевидным способом, а именно вот сюда. А теперь тоже сделаем заборчик, посмотрим, кто, ребята, найдет эту тачку, потому что место, в принципе, по идее, прикольно. Так вот я делаю, вот так вот, опа, посмотрим, кто здесь ее найдет. Прямо здесь я поставлю вот такой вот muscle car, это такое вот какое-то здание. Muscle car, друзья, давайте прямо сейчас я приклею вот к этой лодке эту тачку, посмотрим, найдет ли кто-нибудь ее здесь. И последняя тачка на сегодня, это вот такая вот, по идее, это Феррари, что ли? Давайте мы поставим ее внутрь вот сюда, вот таким вот образом. Тачку мы запарковали, давайте найдем тачки Пелемехи и Димки. Окей, друзья, мы готовы, у нас есть 12 минут, и мы начинаем, поехали! Давай, желаю всем удачки. Ой, понял. Так, рассказывайте, как у вас дела, ребята, как у вас настроение, пока быстро буквально вырываемся, быстро осматриваем. О, я первую нашел сразу. Что нашел? Я там нашел. Вату. О, нашел. BMW X. Тоже нашел. Хорошо, 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 ребята. Начинаем мы, как всегда, очень быстро наши поиски. Это моя первая тачка. Это у нас Веном, пацаны. Это хорошо. Окей. Ребят, на самом деле, опять-таки, по 8 тачек мы ставили... А, кто какие ставил сегодня, кстати? Ламба, Веном, понял. Сегодня мы ставили по очень много тачек, я понял. И, ребята, интересности, потому что тачек сегодня будет, скорее всего, много прикольных. И пока мы нашли по одной каждой, то есть каждый нашел по одной тачке. Я две нашел. Две? Еще одну желтую нашел. Я думал, ты сразу... А, Дима, ты какие ставил? Какого цвета машина? Получается. Зеленые, да, окей. Примерно считал красный, да? Я правильно понимаю? Да. Так, зеленые и красные. Так, значит, Димка ставил у нас зеленые, да? Все, я понял. Хорошо, хорошо, нашел вторую. Какую? Я тоже нашел. Это у нас Лянча. Лянча, бро. Это хорошо, это очень хорошо. Зеленая прям стоит на этом. На чем? На аппендиксе. Ты что нашел, что ли? Понял. Зеленая? Да, зеленая.
А что, блядь? Стояла. Что такое? Красная. Блин, да ну нафиг. Ты сейчас серьезно, что ли? Блин, надо было забирать не твою, а пельмехину. Я ж там нашел ее тоже. Блин, даже обидно на самом деле. У тебя что, у тебя же две получается? У каждого по две. А, Димке три. У нас пока по две. Пельмеха вторую пока везет. Это что такое? Это зеленая? А, в смысле, а, понял. Понял, принял, ладно, хорошо. Я смотрю, все любят пляж, да? Видимо, да, пляж, я думаю, да, что пока все любят. Что-то я вижу красное, вот там он стоит. Так, тихо. Поехали, когда едем сейчас как-то аккуратненько. Да, елки, можно доберусь уже как-нибудь. Стоит. А, красное стоит в отельке. Красное в отельке, да что такое стоит? Ага. Это у нас, так, я вот так вот лучше пляж заберусь. Так, значит, это у нас что? Это, а что красное еще раз? Это пельмехина, да, получается? Бля, что? Да. Что такое? А м? Почему, чё? Короче, на улице стоит желтая тачка в лодке, при этом не в воде, а именно в лодке, и прям, ну не на улице, а на земле. Ты серьезно сейчас? Она что, вылетела? Она выплыла, что ли, на этот? Она прям на земле стояла, она прям вообще на открытой стояла. Чего? Как это? Она, кстати, тоже вылетела, походу, как я понял. Я такая сейчас не понял, что-то было, потому что я... Я стоял по-нормальному, короче. Даже интересно, я не понял, что-то было сейчас, ну ладно. Шо, блядь? Очень Вань, интересно. Тут еще одна в отельке была зеленая. Да ну! Да не ну! Не суть важно, не суть это страшно, но я сейчас кое-что видел. Что ты видел? Не надо, немножечко стрёмное. Ой-ой-ой, прямо приехал к ней, прямо к ней приехал. Это у нас... Что забрал? Комара. Комара стоял в этом, в магазине, что ли, да? Так, ну вы далеко, а теперь вопрос, строительную технику кто-нибудь ставил? Я нет. Нет. Пельмеха молчи. А, нет. Я знаю, это GSB. Я понял вас. Значит, таки это Пельмехина, да, была тачка. А сколько тачка же у Димки? У меня их пока 4. У Димки уже что, пятую Димка забирает, да, уже? Слушайте, ну... Понял, Ваня Porsche в интерьер поставил. На самом деле, интересности то, что сегодня тачек-то много, но... А, мне что-то потекло там. Но у меня, ребята, как бы вот такой вопрос. Как вы думаете, сколько сегодня мы угоним тачек? Потому что мы пока начали очень активно, прям Ванюк очень. За тобой стреляют. Прям за мной, да? Не надо, дядя, да. Не надо! Ладно, в общем, пока я осматриваюсь. Но, честно говоря, ребята, я даже сейчас как бы не осматриваюсь, прям, знаете, как-то вот тщательно. Я просто лечу, сломя голову. Потому что сейчас, ну реально, вот если искать долго, то можно профуфлинить. Я буквально влетаю в места, где могут быть тачки. Буквально влетаю. Я тоже. И не зря. Красное нашел на этом, на отростке. Это что такое? Это смарт, это хорошо. Ага. Понял. Это до пельмеха ставил, да? Что такое там у вас? Да. Что там у вас? Тоже красное нашел. Акура. А, понял. О, зеленое нашел. Блин, ну очень быстро, пацаны, очень быстро, вы понимаете? Это моя какая-то... Димка пока на дно впереди от меня ушел. Вот, но... Вопрос, а что мы сегодня найдем еще? Потому что... Так, в магазине мы и нашли, да, я понял. Так, здесь пока ничего нету. На самом деле, ой, можешь быстрее ехать с Марта, а? Ёлки-палки. Так, сейчас мы здесь налево поворачиваем. На да, самом да, деле... я помню, я на строительной технике очень долго ехал. Да, я тебя понял. И манис прицеп летает. Я, конечно, понимаю, но зачем это? А, так, сколько тачек у... Вот пельмех сегодня чисто по зеленым, что ли, катается или что? У меня 5. У пельмехи тоже 5. У Димки что, 6 получается, да, тачек? Или сколько у тебя? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, у тебя. У нас пока... Да какие? На стройке. Нам опять свалки. Ваня. Блин, мои, желтые. Да елки. Заборами. Да ты чё? Хорош, Димон. Давай завязывай а уже. Что, меня? Да 5 прошло, 30 всего лишь, ты понимаешь? Чего? Серьезно? Да. Я в ударе. 5.30 прошло, у нас уже здесь как бы такой жир. А, так, здесь вот, блин, да здесь реально моя выплыла, да, получается, лодка? Ладно, даже обидно. Чем здесь есть? Я думал, это тачка, а это лодка заброшенная какая-то оказалась. Я уж чуть не обрадовался, честно говоря. Ну ладно, посмотрим, на самом деле. Что-то опять нашел? Да ты, да вы заколебали! Твою желтую. Пацаны, завязывайте. Алло. А я на пляжу. Пацаны, завязывайте, реально. Нет. Напряжу, это мы нашел, конечно. Так, ну здесь вроде бы ничего нету. Так, пельмех, будешь на базе, пожалуйста, количество тачек посчитай, сколько там осталось, чьих самое главное. Просто интересности. Ваши-то еще остались машины или как? Потому что вы как-то очень прямо шустро ищете тачки. Только 4. А, нет. 5 зеленых нашли. 5 зеленых? Ага. Так, 5 зеленых, хорошо. 4, 5.
6 твоих. 6 моих. Мужик, здорово. 7. 9, 5, 6. А, подожди, ну да, 7. Да ты заколебал, моих. Димон. Старый Кадиллак. Диман, завязывай. В основном только Ваня. А у меня все, у меня 8. Получается. А, я понял. Окей, племя, хорошо, спасибо. Наоборот, зеленые в основном. А, я понял. Ну что, мои нищики вы охренели? Окей, окей, окей. Тебе, Димон, нашел зеленый в кустах. Что это здесь такое? Охренеть, что это? И мои кусты забагались. Ты прям настроил, да, эти кусты жестко. Да. Это моя какая, 6-я получается тачка? У Димки уже 8, да? Ёлки, ну как бы... Это жестко. Ну, если я не ошибаюсь. Ладно. У меня сколько? У меня 6, да? Сейчас посмотрим. Да, у меня 6 тачек. Так, у Димки быстро пока считаю. Что там у тебя? 1, 2, 3, 4. Нет, раз, два, три, четыре, пять. Да, 8. У племехи 1, 2, 3, 4, 5, вроде как, если я не ошибаюсь. Так, ладно, тачки пока еще есть, только вопрос, куда ехать, где еще искать. Вот в чем вопрос, потому что... Ну, здесь как бы такие райончики, как бы... Да где ты там находишь-то все? В гараже полуоткрытом. Блин, обидно. Обидно, потому что... 9-й Димки уже как бы получается. Езжу чисто по траектории и куда-то приезжаю, нахожу тачку. Офигеть. Не, ну тебе просто везет реально. Просто тебе конкретно сегодня. Я подглядывал, пока прячу. Ага. Это в стиле Димки. Я стоял, что байки создавал. Димка часто так делает. Да сейчас прям, не-не-не, тут все было четко. Не-не-не, не рассказывай мне. А что осталось? Подождите-ка, по 3 тачки всего осталось? А я не знаю, сколько там осталось, посчитай, пожалуйста, если ты на базе. Мало, да. Так, красных 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 красных. Одна раз, осталась. 4, 5, 6 зеленых. Да. Сколько зеленых? Зеленый драгстер это чей? Драгстер чей? Я не знаю, чей. А, значит все 8. На 8 все красные, да, получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 желтых, а раз. Одна моя. 2, 3, 4, 5. Подожди. Что такое там прям? 3, 4, 5, 6, 7. Да, 7 желтых получается. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 моих и 1 желтая. Ага, 2 Димкиных. 1 Димкина, нашел я еще одну Димкину, хорошо. То есть у меня тоже 8 получается. Нет, у меня 7. А я нашел вот этот Ярис, который вот нашел. Скажи, классно стоял. Ну, неплохо, неплохо, да. Ну, конечно, видно а было его. А где ты свой поставил? А вот вопросы. А вот вопросы, я Димка. Ну слушай, да, одна Димкина, одна моя осталась. Поэтому, пацаны, время осталось 3 минуты у нас еще как бы на самом деле, поэтому... Интересности, реально интересно. Не знаю, что будет дальше, что мы еще найдем с вами, но пока любопытненько. Так, я привез тачку, это моя 1, 2, 3. Да, в принципе, сейчас нахожу Димки, но если нахожу, здесь байков почему-то не осталось. То уже получается то, что как бы ничья с Димкой будет. Мне это самое то, самое то. Пельмеха, давай так, ты находи мою. Мне это устроит. Найти бы. Ну да. Ну вот вопросы. Блин, вопросы. Ты скажешь, где она? Кстати, если племеха сейчас 2 тачки находит, как бы, то у нас ничья у всех. Вот в чем прикол. Я нашел желтую. Ты заколебал. Потом стал ездить. Да ты заколебал, Дима, ну реально что ли? Ну это прямо. Ну это да. Емать, она громкая. Да, кстати, она громкая, но это не та, прикинь. То есть она громкая, все но это идет. Другая какая-то. Да, видимо, звук еще баганулся на нее заодно. Так, ладно, тогда ищем я только знаю, Димкина. Я знаю, стоит моя последняя тачка, да. Вопрос, найдете ли. Осталось 1,5 минуты у нас. Скорее всего, просто как-то стоит, я так понимаю, потому что... Я догадываюсь, где ты мог... Ну, точнее, как ты мог поставить. А вот где именно, это вопросы. Я не догадываюсь. Здорово. Здорово. А там не маленькие, там именно обычная машинка какая-то, да, прям полноценная, наверное, тачка? Наверное, не знаю ничего. Ваня, даже не скажешь, но ты фуфел. Там фуфел. Ну, реально, что ты фуфел. Ну, потому что тебе будет тогда проще найти, чем пельмень часов. А так, пускай будете в одинаковых условиях. Так, ну, ты скажи мне, ему. Большая или маленькая тачка? Тебе маленькие тачки изи искать, мне кажется. В смысле? Ему сложнее. Думаешь? Здесь... Ну, ты больше нычек знаешь. Ну, это да, это понятно. Но как бы... Так, а здесь что у нас? Здесь мы нашли... Блин, здесь... Вот если бы забрал бы сначала эту тачку... Сколько времени осталось? 40 секунд. 40 секунд. Ладно, короче, тупо пройду вот в этих вот местах, посмотрю вот эти все места. Потому что либо они, либо у меня уже, ну я не знаю даже. Я просто не успею дальше ничего проверить. Maybe. Вообще даже мысли нет. Интересности.
Значит, идеально спрятал. Блин, 15 секунд, ну чуть больше там оставалось. Здесь. Блин, ну я не знаю, но здесь нету. 5, 4, да. 3, 2, 1. Время закончилось. Стой, 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 не двигайся, стой. Где-то здесь? Да, я прям был максимально близок. Ну, прямо в твоем поле зрения. Серьезно? Впереди, да? Где-то здесь? Где? Можешь успеть подрубить. Да ну. А, ты наверху поставил на вышку. Да. Блин, кстати, я понял. Спауна вообще херено видно. Блин, я просто реально, да, просто голову не поднимал так. Я просто голову не поднимал. Да, да, это жестко. Ну ладно, получается, сегодня у нас с Димкой ничья. А нет, нет, ничья. У тебя сколько? У тебя 9, да, у тебя 9. На одну больше нашел, да. Окей, друзья. Димка зарабатывает балл за количество тачек найденных. Ну, здесь, конечно, прикольненькие тачки. Давайте мы проведем одно испытание, посмотрим, у кого тачки самые быстрые. Окей, друзья, испытание Drag Racing. Lexus, Dragster такой вот, и еще получается Alfa Romeo. Цель очень проста. Нужно просто доехать до конца, ты... Ладно, посмотрим. Цель проста, ребят, доехать до финиша, развернуться и приехать обратно. На счет 3 мы стартуем. 1, 2, 3, гау! Так, ну... Ага. Хера у меня шлёв. Да. У меня что-то вообще никакой. У самолёта! Я на вас смотрел. Чуть не врезался. Гоняю. А, ты пошел, да. Так, разворотик. Разворачивайся, газ, 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 газ. Кто из вас? Кто из вас? Ой, Диман, ты брал, да, Димана? Ты самолет. Да. Жестко, жестко, жестко. Я понял, короче, ясненько, ребята. Не успею. Победа моя. А, не сможешь, да. Окей, друзья, ставьте лайки, знакомь прикольную, угарненькую серию. Собираем 4000 лайков, выходит на Мика серия. Всем удачки и всем пока. Пока. Пока.